На протяжении ряда лет успешно реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. Благодаря этой программе в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов, три многодетные семьи из нашего района получили возможность улучшить свои жилищные условия. Одной из них является семья Кидакоевых из Аулабли Чепсин, состоящая из 11 человек. У Сусаны Кидакоевой трое детей. Вот уже 12 лет она работает медсестрой в физкабинете и очень любит свою профессию. Всегда дружелюбно и отзывчиво относится ко всем больным. Сусана с радостью отнеслась к программе, которая может помочь молодым семьям и специалистам, как она, в улучшении жилищных условий. «Я всегда надеялась, что рано или поздно получу этот сертификат», – говорит Сусана. «Я всегда надеялась получить этот сертификат. Конечно, были проблемы большие, но я надеялась и ждала, что получу этот сертификат. У нас собрание, позвонили главному врачу. Туда все специалисты по списку у нас вызвали и сказали, что по лет, по возрасту попадаете вот эти перечень, эти список. И список администрации говорит, пойдите, и там да, вам дадут перечень собрать документы. Мне дали перечень, я собрала документы. Документов там очень много. Всех я собрала, принесла, рассмотрели площадь. И на состав семьи 11 человек. И решили, что мне, да, действительно полагается этот молодой специалист сертификат. Этот сертификат она использует по его назначению, то есть на покупку или же улучшение жилья. Далее Сусана Кидакоева выразила благодарность всем тем, благодаря кому она получила эту помощь. Благодарность всем, которые участвовали в этой программе, с Майкопа, тут в Кашихабе у нас администрация, Хамирзову, Карданов Аслан, всем, которые участвуют в этой программе. Радость Сусана разделила с ней ее семья. Ее свекр Давлетбек Кидакоев говорит следующее. Сегодня, конечно, рад, что вот такой случай нам выпало это получение моей невестки, значит, сертификат на получение чего-то, чтобы жить можно. Я думаю, что этот, который дает нам эту жизнь, чтобы улучшение, чтобы было ко всему этому семье. В настоящее время на получение подобного сертификата существует очередь из 45 человек, которые, естественно, также надеются на его получение.